4 года – это срок. Сейчас он ведущий игрок польской сборной. Снова! Гар! Гол! 2-0! Да, Ежи Дудок не смог ничем помочь своей команде после удара Юсан Чура из клуба Касива Рейсел японской J-лиги. 92 матча этот футболист провел за свою сборную и забил 16 мячей. Президент Республики Корея рад, доволен. Впервые улыбка появилась на его лице. А что творится на стадионе, я думаю, вы понимаете. Это уже серьезное преимущество корейской сборной. Ошибка. Смотрим повтор. Буквально пробил Дудека. Тот хотел коснулся мяча. Вратарь такого класса и уровня не имеет права ловить мяч. Нужно было его отбивать, безусловно. Дудок понадеялся на то, что он возьмет этот мяч намертво. Да, не все в порядке в обороне у польской команды.